Для приготовления семги на подушке из шпината вам понадобится стейк семги, свежий шпинат, чеснок, оливковое масло, лимон, соевый соус, соль, специи, белое сухое вино и зелень для украшения. Подготовленную рыбу приправьте солью и специями, сбрызните лимоном и маслом. Дальше заверните семгу в фольгу, поставьте рыбу в духовку и запекайте при температуре 180 градусов 15 минут. Потом стейк нужно достать из духовки, развернуть фольгу и поставить обратно еще на 5 минут, для того, чтобы рыба немного подрумянилась. В это время на сковородку налейте немного масла и прогрейте ее. Слегка обжарьте чеснок. Теперь выкладывайте шпинат, сбрызните его соком лимона и тушите 10 минут. После добавьте в сковороду белое вино и соль по вкусу. Когда все будет готово, на тарелку выкладывайте подушку из шпината, сверху стейк. Украсьте блюдо лимоном и зеленью.